Итак, самая большая душевая кабина отводного мира. 150 на 150. Пользуюсь уже примерно полгода. Кстати, почему-то гарантию дали полгода на нее. Ну, кабина большая. Полноценная ванна, 60 сантиметров поддон. Он глубокий. Стенки тонкие, лишних бортиков нету ненужных. Как ванна пойдет. Ну, смотрится красиво. Ролики качественные. Это, наверное, самое качественное в этой кабине. Собрал, кстати, ее сам. Сборка сложная. Качество акрила низкое. Это даже не акрил, это пластик. Сверху очень тонкий слой акрила. Стекла тяжелые, немножко ванна прогнулась под весом туда. Ну, собственно, самый интересующий вопрос у меня был при покупке, я ее не видел живую. Это какой поддон высотой? Сможет ли он заменить ванну? Да, ванну он заменяет. Довольно удачно. Стандартный сифон, который шел с ней, слив-перелив, очень плохой. Заменил его на металлический. Все фитинги, вот это пластик, тоже пластик. Форсунки тоже пластик. Это плохая, она течет. Ну, собственно, вот кабина «Водный мир». 150 на 150 сантиметров. Поддон высокий. Ну, пластик немножко прогибается, когда ходишь. Скрипит. Надо обязательно брать с укреплением дна. Ну, собственно, вот и все. Вдвоем купаться с девушкой хорошо.